22 у нас традиционно проходит. Это городской фестиваль уже в 11-й раз. Основная суть фестиваля, где команды приезжают и строят, собственно, свой дом, снежную хижину на время, на качество. Пока предварительно 163 команды, ну это около 500 участников. Традиционно у нас хаски катают, олени, фотозона, улица мастеров. Это основные активности, на которых можно, собственно, участникам в свободное время от строительства поучаствовать.